Доброе утро! Сегодня мы находимся в интересном месте. Царские гробницы. Это захоронение, как мы сейчас только что прочитали в интернете, 3 века до нашей эры и до 4 века нашей эры. Царские они не потому, что здесь цари именно хоронили, но всякую знать здесь прикапывали. Место знаменитое, и мы тоже сюда добрались. Я сразу вижу какой-то склеп с огромными дверьми. Неужели это правда были двери, которые открывались и закрывались? Так и было, да? Это склеп. Сфотографироваться в склепе? Как это мило! Ну вот тут, наверное, были лежаночки, да? Может быть, даже в два этажа. Вот здесь, смотрите, выбрано, скорее всего. Или закрывалось, да, чем-то, может, настилами? Да. Ну да, закрывалось настилами. Жутковато. Нормально? Вера говорит, не жутковато, костей нету. Кости вынесли. Или кости уже в пыль превратились. 2000 лет прошло. Часть, наверное, разрушена. Вот смотрите, да, тоже какие-то есть высеченные элементы. Вот здесь кусочек в скале. Вообще все захоронения были в скалах. Вот там какая-то дыра в скале. Всего на карте мы насчитали 8 таких больших мест захоронений на этой территории. Вот это явно разрушенная уже, да, скала. Одной стены нет. Ой, опасно как-то выглядит это все, как будто сверху сейчас все завалится. Смотри. Вера цветочек увидела. Еще один склепик. Слушай, ну тут маленькие отсеки. Может быть, здесь дети были, да? Здесь большое. А здесь в длину высечено место. По всей видимости, породы очень мягкие. И с ними легко, наверное, работать. Пористые, наверное. Ну да, пористые, легко высекаются. Ну, здесь даже какие-то элементы украшения на стенах сохранились. Здесь, может быть, был такой алтарь. Ну да. И икона, да? Алтарь, и вот и тоже одно место именно под захоронение. Здесь небольшие. Это для нас комнатное растение. Вы его мучаетесь, там холите, лелеете, выращиваете, как бы оно ни погибло. А тут он просто в скале, в щели растет. Надо вот так вот камни бросить, и пусть выживает.
Здесь два этажа. Переход, да? На станцию Садовая. В скале прямо высечено вглубь вход. Ну, несмотря на то, что он легко обрабатывается, этот материал, все равно здесь представьте, сколько трудов. Попробую это. Отбей все. Я думаю, электроинструментов не было. Там кого делать-то было? Интернета не было. А, точно, интернета-то не было. Блоги снимать не нужно. Стучи, да стучи весь день. Вон там выше город Пафос. Вон там кораблик на море. Ну да, тут захоронений было много. Много сохранилось. Далеко не все просто. А ведь какая погодка классная. Плюс 20 где-то по температуре. Идеально. Прям ветерочек такой прохладный. Вот здесь большая прям, смотрите, территория. Из скал. Прям как будто высеченный прямоугольник. Ну, возможно, не каждому место в скале выделялось. Да ведь? Кто-то в скале был захоронен, а кто-то просто в земле. Такое место. Тут по периметру много было, множественные захоронения. Вот их видно. В скалах дырки. А здесь? Гробы, так сказать, подходит. Ну да, низкое помещение. И вот они. Места прям длинные. Под тела людей. Здесь сохранились колонны, такие полукругом выточенные, красивые. А вот там выше, по всей видимости, реконструкция городка, да? Стены возвели. Это явно что-то выглядит свежее гораздо, чем все, что мы видим. И все это высечено просто в скалах. Вот это одна большая громадина скала. Сколько выбрали массы породы здесь. Да, здесь. Да, практически дом, да? В скале высечен. Раз, и тут целый город. Маленькие дети, может быть, кого кремировали, горшочки ставили? Не, мы говорили, что это дети, скорее всего. Да нет, тут-то не. А может быть, это какие-то элементы оформления, может быть, какого-то, да? Вот это точно под иконом здесь. Да, да, наверное. Вот оно какое, вот эта порода, она... Видите, сыпется вот так. Она как пемза такая, да? На ощупь. Легко рубится. А все это в итоге была одна скала. Такое место. А там за решеткой какие-то элементы, хорошо сохранившиеся. Да, их от людей прикрыли. Возможно, исследуют, обрабатывают. Я сейчас прочитал в Википедии, что очень
долго никто не обследовал эту местность, и только в 1970-80 году историки взялись за это место и все тут обследовали. У нас в России очень часто на таких объектах бывает специфический запах. Там его нет? Тут его нет. Здесь мало русских туристов. Тоже впечатляет. Огромные колонны. К ним есть спуск. Ну это же прям вот скала. Ой, пласт породы. Они берут в этот пласт, делают вход. Просто зарываются вниз. И получается такой склеп для захоронения. Сейчас еще прочитал, что в какие-то века здесь уже не хоронили, а было просто убежище, где прятались от всяких набегов чужеземцев. Птички тут живут теперь. Как порода. Но скорее всего она так и была сформирована. Потом ее здесь высекали. Да, здесь она и была, просто высечена внутри. Крыша присутствовала, думаю, в этой скале на всей территории. Вот как тут. Да? Ну да, то есть со временем она вот разрушилась. Тут прям видно, что вот на краю уже чуть-чуть совсем остается. Там помещение даже с двумя ярусами. Скорее всего, это все крыша этого объекта. Еще одного. Спускаемся. Дима уже где-то впереди. Там темно. Колонны. Это самый лучший сохран из того, что мы здесь увидели. Да, возможно, их восстанавливали, да? Вот если это видно, что цельное, то та состоит из частей. Или шлифованная. Там вентиляция. Раз эти катакомбы использовались когда-то для того, чтобы здесь прятаться. Возможно, и вентиляцию делали потом дополнительно уже, когда здесь все было разграблено. Ну все, на этом наша экскурсия закончена. Дальше мы едем на винодельню. Как же мы побываем на Кипре и не привезем винишко своим друзьям кипрского? Обязательно привезем. Едем. Мы на месте. Есть дегустенция? Три. А ты не будешь? А, ты не будешь дегустировать? Я-то не буду. Ты же за рулем, да? Три и один экскурсия, плиз. Вау. Like a tour for four person and tasting four wines for three person. Tasting as well. Okay. Идем сначала на экскурсию. Alright, so this is the barrel room. We have barrels from France, from Hungary. They're all made from oak, and at the moment the majority of those are the red ones. Вот это тара. Вот это тара огромная. В этой мясорубке перерабатывается остывший виноград. Разливается по танкам вот таким. Отстаивается тут месяцами. И получается вино. Как все сложно тут.
Этот аппарат для изготовления наклеек бутылки, на бутылке, самый первый, который у них был. Этот парнишка, кстати, это сын основателя этой винодельни. Винодельни порядка 100 лет. Все, что мы здесь видим, все это принадлежит им. И они этим занимаются. Идем дальше. Тут готовятся уже вина, распаковываются по ящикам. Labeled wine in those white boxes over there, and unlabeled wine at the back in those metallic cages. Okay. So at the back, it's mostly red wine that's gonna be aging in the bottle to be rinsed. They get rinsed from the inside with sterilized water, then they move forward. Да, и потом купить. Он сейчас, он сейчас принесет какие-то разные четыре вида вин. Мы их попробуем, они будут в прайсе, и мы, возможно, купим пару бутылочек. Одну, может быть, сегодня на ужин, а одну с собой можно будет увезти. Три надо брать. Сегодня на ужин три? Приятно. Все, мы продегустировали 4 вида вин. Нам больше всего понравилось вот такое. Вот мне, по крайней мере, понравилось Валентина вино. Стоимость. Вот такие подарочные по 2 евро. Эти нам даже не дали попробовать. Есть десертное вино за 30 евро 4-го года, как наша Лена, возрастом. Такую бутылочку мы взяли сегодня на ужин. 8 евро. Приятное вино, вкусненькое. Наши покупочки. Все, едем дальше. Это неожиданно, но нас занесло в строительный магазин. Вот здесь какие есть плиточки. Заборчики. Плиточки. Не знаю, зачем Диме нужен строительный магазин. Мы сюда приехали. Трубы пластиковые, дрова кубами продаются, связанные. Вот, смотри, шпалеры, идеальный верх, как ты любишь. Да. Прям вообще просто. Может, увезем с собой? Заворачиваем. Плиточка. Цвета плиток, кстати, такие интересные. Водосливы красивые, я бы такие взял. А, нам нужен осушитель воздуха. Дома слишком влажно зимой. Окна потеют. Окна алюминиевые, сильно потеют. Не знаю даже, что это у нас такое не продают. Полотенцесушитель. Красотка. Вау, что это было? Фонтанчик в строительном магазине. Фонтан? А, это включался фонтан. О, смотрите, интересный момент. Мы говорим по-русски. Написано. Купили ВД-40 для цепи. Может быть, оживет цепь на велосипеде после него. Ассортимент, конечно, бешеный. Таблички. Не курить. Парковка. Не купаться, не прыгать. Для велосипеда? Нормально. Будешь выделяться. В каске же все правильно. Белая каска самая главная на стройке. Берем. Проводка. Ленивая мусорка. Выбрали. Ура.
Это я вечером по набережной. Монетку. Вот это аппараты. Дима, давай тебе возьмем на мансарду. 1000 евро. Ну, то есть сейчас типа 75 тысяч стоит. Какие сундуки. Мебель. На террасу нам. Класс. И стол. И стол. Конечно, надо сейчас брать под покупку. О, а тут и скамеечка. Да. Скамеечка с хранением. Сад поставил такую. Обалденно. Необычно у нас такого нету. Мусорки нет. Садовые. Будки для собак. Вот они идут. Вау. Неожиданно. Это минус первый этаж. Нужно первый. Гоу-гоу. Они в себе сомневаются. Они по-русски разговаривали, кстати. Тут еще есть один этаж. Второй. Есть мебель. Вот это как-то вот необычно. Как-то так. Ванна. Ну такие ванны у нас тоже продают. Классно. Красиво. Ценник, короче, 1800 евро. Страшная цена. Это страшное умножение. А, это страшно. 150 тысяч. Машину можно купить. Но не на Кипре. Такие красивые зоны обеденные, да, Вер? Это да. Круглая. Креслица. Элементы местного декора. Красиво? Красиво. Павлины, обезьянки. Зеркала как украшены. Привет. Кипрская комнатка. Зеркальный стол. Привет. Прикупились. Осушитель не купили. Почему? Вот мне вопрос. Не было. Едем дальше. По дизайну. Едем в пробках по центру города. Суббота. Центр. Узкие улочки. Очень узкие улочки. Это еще широкие. И это еще широкие. По местным меркам. Тут чем ближе к центру, тем уже улицы. Старый город. Оплатили прямо через приложение. Поднимаемся туда наверх, вот на таком лифте. Поднялись на лифте. Идем гулять по центру. Суббота, сегодня много народу сидит, отдыхает. Me wind and rain.
купил себе футболочку такую, все коты Кипра, такую же серенькую, на память. Романтический. Курсы мозаики. Нужно прийти поработать, поучиться. Саша загорелась. Вот их работа. Можно сделать свою мозаичку. Мастер-классы. Открыто. Thank you. 2 евро за мандарины дедушка продает. Может быть, купить один кап. Ну, потом на обратно можно зайти. Вход на крышу нашли. Почему бы не подняться? Такой прогулочный дворик. Мы приехали в торговый центр King's Avenue, чтобы пообедать. Водичка, кстати, вот тут бежит красиво и пахнет хлорочкой. Наверное, чтоб не зеленело. Местечко называется Fridays. Ну вот, как обычно, по одному блюду на двоих заказали. И одно общее. По-моему, не осилим, да? Осилим. Сможем? Сегодня не ели. Начинаем. Извините нас, пожалуйста. Еще одно место. Пешеходная дорожка рядом с этим торговым центром. Она ведет на смотровую площадку, да? Да. И мы здесь тоже впервые. Этот пешеходный мостик как бы парит над городом, над дорогой. Интересное решение. Тут прям проходит она над дорогой. Высота 5-6 метров там внизу было написано. Слева вид на Пафос. Он как раз тут King's Avenue, торговый центр, где мы кушали. И вот она туда уходит, на смотровую площадку. До заката полчаса. Дорожка кончается ничем, она кончается. Особо ничего тут примечательного. Я думал, здесь какая-то смотровая. Пока мы шли, все встречные люди разговаривали на русском. Местные, наверное, сюда не ходят. Тут смотровая площадка с видом на море. Напоминает площадку, которая была возле маяка. Абсолютно такая же. А тут вид-то не только на море, а еще. Здесь тоже прямо в центре города какие-то раскопки. Тоже сцена. Все это сохраняют. Наверняка нашли недавно, да? Раскопали и хранят. Нам не понравилась та смотровая площадка. И мы приехали Пафосскому замку встречать закат. Здесь, я думаю, он будет красивее всего.
up my appetite.